Как, девочки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Прятки блоками в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. И я уже не знаю, в какой раз я повторяю то, что вам прямо сейчас нужно ставить лайкусики. Да, если мы сейчас наберем 15 тысяч лайков под этим роликом и под роликом Евгения, сразу же выйдет продолжение. Поэтому поставь прямо сейчас лайк, а только после этого продолжай смотреть видосик. Да? Да! Пошли. Ну что, Эдисон, скажи мне, пожалуйста, мы начинаем, да, уже? Да, мы типа уже начинаем, мы начинаем. Это хорошо, это хорошо. Давай ты меня сегодня троллить не будешь. Что, а я, в смысле, а я тебя когда-то троллил? Да нет, никогда. Ну вот, не было такого, не было. Так, смотри, в прошлый раз вроде бы ты первый прятался, да? А, да, можешь идти, в принципе, на мою карту. У меня идти прятаться на Ну что, я пошел. Ё-моё, грибной мир тут такой. В смысле, какой грибной мир? Грибной мир какой-то. Ничего там такого нету. О чем ты вообще, о чем речь, Евгений? Грибочки, грибочки. Хорошо, у тебя есть что, 35 секунд уже? 35. Я еще тебе 5 секунд буду давать. Я прячусь, да, прячусь? Да, ты прячешься. Ну тут как-то... Ну все, я тпхаюсь. Так, хорошо, мало где можно спрятаться. Да, на самом деле, реально, как-то мало. Думаешь, не знаю, даже куда. Может, ты просто не все посмотрел, где можно? Может быть, может вот, быть. Вот именно, вот именно. Я смотрю. Вот я именно. Смотрю. Мне кажется, ты, ну, ладно, ты не все посмотрел, кажется, не все посмотрел. А, нет! Это зараза! Ну хорошо! Все, я уже поставил блок, ты можешь. То есть я могу уже вот так тпхаться, типа. Рассуждение, то, что тут всего лишь два грибочка, зато какие большие! Да, белые, понимаешь? Просто, вот Эдисон такой зашел на эту карту и такой думает, чё построить-то? Такой, ага, грибы! Вот именно, вот идеально! Как тебе эта мысль голову пришла? А, я не знаю, просто такой сидел, опа, грибы! И построил, понимаешь? Опа, грибы, ну понятно, оп, ладно. Грибы! И такой, сразу построил. Всего лишь два грибочка, понимаешь? Ну да, ты а какой, а какой тебе больше нравится, красный или коричневый? Ну, красный, он ядовитый такой, знаешь, типа, я не... Ну, может, он не, может, не нравится, да, но как бы боровик попаще будет, Ну да, это какой-то шампиньон, да, можно так сказать. Да, шампиньон. Где шампиньон? Вот. Нет, это боровик. Это боровик, хорошо. Я просто не грибник, поэтому я не знаю, беленький такой, понимаешь, беленький такой шампиньон. Вот. А это белый гриб, боровик. А это мухомор, да? Это мухомор, ну у него нету белых точечек. А так, в принципе, да, похоже на мухомор. Да, угадал. Молодец, какой я молодец, хорошо. Ну все, тогда теперь ты идешь на мою карту, да? А, так быстро? Ну хорошо, давай, да, потопали, да. Ой! Так, Эдисон, прячься, да, это, короче, такие пушки, такие пушки. Кого? Пуфки. Оказывается, так 7, пуфки, там, пуфки, так... вот, я просто играл в CSGO, вот, я вот помню пуфки такие, там были пуфки, прячься, пуфки. А, пуфки, я вообще непонятно, смотри, что тут происходит, какие-то пуфки, такие пуфки, я не знаю, Жек, куда что ставить, честно. Ну я тоже не знаю, честно. Вообще не знаю. Ну хорошо, давай, допустим, ты пхайся. Я вообще не представляю. Хорошо, так, это куда мне? На мою первую карту, да? Да. Нам такая втучка, такая втучка. Втучка. А я сюда могу забираться вот так наверх вот сюда. Такая втучка. Хорошо. Ты спрятал уже там что-то ты спрятал? Да, я уже спрятал. Все, можешь тпхаться. Я беру кирку и я телепортируюсь. Что я могу ставить? Ну ты опять кнопку убрал, да, такой типа незаметный, да, типа, ну, вот типа такой вот, да, такого типа, типа. В смысле? Никогда. Так, хорошо, никогда в жизни. Не троллил тебя, и не буду тебя троллить. Никогда. Хорошо, понимаешь? Хорошо. Да. Это даже очень хорошо. Тогда начнем с АК-47. А, то есть это АК-47? Да, это АК-47. Чуть похоже, что ли? АК-47. Oh shit, man! Не тот. АК-47! Нет. Oh shit, man!
Нет? Не то, не то. Хорошо. Смотри. А, это что? Это... Desert Eagle? Desert Eagle? Нифига себе. Здесь мне только одного блока не хватало, его, собственно, и не хватает. Подожди, а это что такое, не могу понять? Это вантус какой-то туалетный? Да, я не знаю, хотя поскольку дробовик, но места не хватало, понимаешь? Не стреляет, ничего не стреляет. А это что такое? Нет, вот это реально. Это какой-то гаечный ключ, как я понимаю. Это типа снайперка, понимаешь, снайперка. Что-то надо ставить, ну хорошо, допустим, снайперка. Места мало, понимаешь? Места мало, хорошо, мало места. А это что такое? Это ножик какой-то? Подожди, Жека. У меня проблема. Это ножик? Это ножик, только недоделанный, видишь, какой-то недоделанный. В смысле? Ты его тоже недоделан. В смысле недоделан? Да не доделан, не доделан. Подожди, понятно, что ты хотел построить, ну хорошо. Я не понимаю! АК-47! Подожди, я помню, что-то со снайперкой было. Нет. Ты-ты-ты-ты! Как пуфки-пуфки, такие пуфки-пуфки! Подожди, а тебе забираться, да, ты можешь, ты говорил. И чё? Ну, по-моему, нет. Так, по-моему, или нет? Что у меня было недоделано? У меня был недоделан Desert Eagle, не был доделан ножик, не было доделано вот тут вот, типа, такая вот снайперка. Вот тут вот. Да. Вот, и всё. А может... Типа как-то вот так, здесь. Джек, я не знаю. Я тоже не знаю. Ну, короче, я ты сломаю вот тут. Хотя вряд ли. Нет? Ну что, что? В смысле, что? Что там? Я не понял, не увидел. Ах ты ж говнюк! Это уже так и было! Как так? Тогда смотри, я иду прятаться на своей карте, получается, да? Да. Нет! Ой, сейчас. Да. 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 Ой, я сейчас как спрячусь, Алисон. Тебе не поздоровится. Да, думаю, ну хорошо. Давай. Вперед, да. Евгений, давайте, прячьтесь. Да я вот на самом деле все. А, все, можно ТП-хаться? Да, можно. Ни хрена себе, какой-то. Ты что, охренел? Это пицца Фредди, понимаешь? Вот Фредди, кого-то его пицца. Ты думаешь, что это нормально, то что такая сложная карта? Все нормально, она легкая. Вот это легкая. Она наилегчайшая просто. Наилегчайшая карта. Джек, ты с ума сошел! Наилегчайшая карта, понимаешь? Наилегчайшая просто. Наилегчайшая. Мне кажется, время уже там у тебя подходит к концу. Да. Наилегчайшая. А что такую сложную карту построил? Что, не могу понять? Я спрятал уже все, Я просто, у меня было вдохновение, я строил. Что-то как-то, да, много получилось на самом деле. Да. Охренеть, Жека, я кирку не взял, я возьму тогда с гейммода. Я понимаю, что как бы вдохновение, но Жек, ну нереально какая-то большая карта. Вдохновение нашло на меня, понимаешь, А как ты хочешь, чтобы я вообще тут что-то нашел, у меня такой вопрос? А ты вот смотри, а ты вначале подумай, что тебе нужно найти. Не знаю. Говнюк ты! Он опять меня троллит! Какая большая карта! Я тебе отвечаю! Вот в этот раз я просто вратяку посмотрел, и я запомнил, потому что там была дырка. А если ты поставил, допустим, вот это кетчуп или что это, или это салями какой-то, я бы никогда в жизни не нашел бы. Это колбасочка. Ну да. Никогда в жизни бы не нашел. Надо было ставить салями! Салями! Я не поставил. Мама меня помпаломия, вот именно. А ты не поставил. Жопа. Я пошел к себе, так, хорошо. Куда тут, что тут? В принципе, да, можешь так же ТП-хаться уже, давай. Уже так быстро, да. А что тянуть, кого кота тянуть за вот причиндалы его? Ааа! Да. Я не успел запомнить еще на самом деле ничего. Ну, 15 секунд прошло. Ну, это... Я понял, короче, нужно говорить, что карта сложная, тогда срабатывает такой эффект, типа, ну, надо дать побольше ему тогда секунд. Вот. Баночка, может, ты поехать? Многоходовочка, многоходовочка, понимаешь? Многоходовочка. Типа, какая сложная карта! Ай! Эдди, что там мне сейчас делать? Ну хорошо, я его пожалею. Я не знаю, на самом деле, что тут могло поменяться.
Ну это реально сложная карта. Да, да, вот это да. Да реально. Жека, я тебе честно говорю, если бы ты там поставил вот эту солями где-то, я бы его никогда в жизни не нашел. Никогда бы не нашел. Это можно посчитать просто как солями. Да, ну типа ты поставил самое банальное в ротяку. Нет, это, я думал, ты не это не самое. Нет, это не самое банальное, ну просто я, учитывая свой опыт с предыдущей серии, когда ты тоже вратяку какули поставил, понимаешь? А, да. Вот! Какули, я выбрал. Какули, ты это не продумал, ты это не продумал, да, какули. Какули, конечно, да. Какули вратяки это плохо на самом деле. Это не есть хорошо. Не надо какули вратяки. Я, честно тебе признаюсь, вот эти штуки я вообще не запоминал. Я не, ну, я помню, что здесь было три. Вот единственное, что я помню. Да. Я умирал просто. У меня взгляд был вот сюда. Взгляд. Сосредоточен да. На три. Вот здесь какая, здесь вроде какая какуля такая же была. Да, где какуля? Ага. Хотя... Да, да, такая же какуля была. Ну, окей, хорошо, допустим, я сломаю вот эту какулю. Нет, вряд ли. Ну, нет, 100% нет. Такая была. Да? Может, нет? Я не знаю. Эти какули не мои, поэтому я не знаю. Какуля на палочке. Какуля на палочке. Коричневая, вкусная, на палочке к... Да. Ну пофиг, вот тут самое. Nope. Нет. А что, что, что? Давай. Покажи мне. О, нифига себе! Это пипец как сложно. Это нужно еще вот так как посмотреть. Ну, ты просто смотришь и все. Ну это прям уже нереально сложно, да? Нужно было тебе больше времени дать, да? Не 15 секунд, а 45 где-то нужно было. Ну, не 45, но хотя бы 25, мне кажется. Хотя бы 25, да, возможно. Хорошо, давай, Евгений, ты пяшешься. Куда ты сейчас ты пяшешься? На твою. Да, на мою. Давай. Молодец. Подожди, гейм включу. Ага, так, что у нас пошло? Тут? 20, 30. Лестница. Лестница. А где лестница? А, там эта хрень с лестницей. Ёперсете. Какая хрень с лестницей? Да, карта с лестницей и картинами и еще там что-то. Да. Паутиной вроде. Я всё? Не знаю, куда здесь спрятаться. Все, я тпхаюсь, время вышло, я тпхаюсь. Ну хорошо, хорошо. Так. Да. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ох ты ж. Ну хорошо, хорошо. Я поставил, но я уверен, что ты прямо вот уверен. Уверен? Это реально такая не очень сложная, в принципе, карта. Ну, такая не очень сложная. Ну, Жек, тебя не поймешь, что, типа, то сложное, то не сложное. Я уже не знаю, какие карты мне строить. Ну, блин, ты предыдущая вообще намного сложнее была. Да, ничего. Ну, просто там больше... Смотри, тут больше пространства, тут больше места посередине. Поэтому тебе кажется, что тут больше даже места, где спрятаться, чем на предыдущей карте. Да, намного больше. Вот тут. Да. Ну, а, вот. Нет, в смысле, там, на той. Да, на ничего, той, там было 3 или 4 места. Ну, я просто не успел даже все обойти. Ну, что-то. Да, в этом-то и проблема, потому что не успел. Так, все, не отвлекай меня! Ага. Ну, мне кажется, вот тут. Ну, да, тут и есть, собственно говоря. Там есть... А как я тебя так угадал? А вот так вот. Так, Жека, последний уровень. Я предлагаю тебе так спрятаться, чтобы я тебя никогда в жизни не нашел. Ну, я не знаю, получится ли так сделать или нет. Подожди! А что ты делаешь? Я прячусь. Так ты только что прятался. Ой, точно, ты же сейчас... А ты мне говоришь, я тебе предлагаю так спрятаться, что... Ты меня запутал, понимаешь? Я тебя опять затроллил! А, так, давай, хорошо. Белый, синий, ага, Это, понимаешь, это облака. А, белогривые лошадки. Да, и тучки. Облака. Тучки? Там тучки. Тучка. Я тучка. Из нее еще водичка капает. Еще и водичка. Где? Ну, в принципе, может ты тр-т-т. Ну, типа синенькая шерсть. Да можешь тр-т-т, да, тр-т-т. Хорошо. Так, ага. Сложно. Подожди. Да. Так.
Хадафо. А как-то я что-то не подумал, как забраться наверх. Да, это проблема. А, Жек, посмотри, а чё, чё там? А, да, я помню, что ставить. А что, а как мне забраться наверх? Не знаю, ты карту строил. А ты ставил наверху блоки? Просто я чё-то как-то не подумал. Ты строил карту, поэтому я не знаю. А можно я какой-нибудь невидимый блок сюда поставить, чтобы просто залез вот сюда? Нельзя. Ты карту строил. Ты строил карту. Ну, Эдисон, тут проблема, понимаешь? Ну, ты строил карту, ты строил. Я не смогу посмотреть, что ты там наверху поставил. Где наверху? Поставь блок какой-нибудь. Ну, я ему еще и помогаю на его карте, понимаете? Ну, ты как-то поставил так, что... Как-то немножко, знаешь, башкой... А, нет, все нормально. Все нормально, ты паркурщик. Жека, уже, да, теперь... посмотри, что ты можешь ставить. Я помню, что я могу. А, ты помнишь, ну хорошо. Я могу ставить беленькую, серенькую и синенькую. Хорошо, хорошо. Так, хорошо, вот это даже очень... Смотрите, так, он, подожди. Он летает. Слушай, кажется, я понял. По-моему, вот тут она была. Нет? А где? Ну ты был близок. Так, стоп, а как это? Так почему-то я подумал, что тут. Откуда я ставил? Я вот сюда поставил. А, да? Да. Нет! Это да! Не ложь! На серии у меня посмотри! Посмотри, кто у меня на серии, если вы думаете, что я врунишка, я не врунишка! Нет! Я опять ничего не угадал, ни разу, ни один раз не меня угадал. Ни один раз, понимаешь, уже какую третью серию подряд ни разу не отгадал. Ничего, Жека, я уверен, мы все уверены, что ты справишься, то что ты будешь развивать дальше свою память. И ну, хорошенько да. Будешь все вспоминать и угадывать в будущем. Ну хорошо. Вот. Мы в этом уверены. Мы тебя будем поддерживать, Жека. Мы тебя будем поддерживать. А поддерживать как мы будем? Конечно же, лайкусиками, пипусиками на оба наших видоса. Набирая много лайков, будет много серий. И у Жеки будет память получше, я уверен. Да. Я не знаю. Ставьте на лайкусики. И подписки, пиписки, что самое главное. На каналы. Да. Спасибо. Да. С этим я согласен. Подожди, а как только на канал? Нужно еще на наши инстаграмы подписываться, как. Точно! Еще и на инстаграмы! Вот дырявая у тебя память, да? Вы в описании ссылочки есть. Вот. А сейчас уже действительно. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.